Спи 2 минуты, ты не актуален. Да, ты не актуален. 20:00. Не панельку измени. Я уже 6-й левел. А вы чё? А я 3-3. Я уже знаю, на ком я буду карать сегодня. Тихо. На Ваноке. Вы, конечно, так хорошо начали. ГМ, он стоит тут. Трифорс. Локи. У меня боты как... У меня чарт вылетел. Короче, всем привет, кто там подключается на нашем стриме. Сегодня с вами Хидео. Привет. Сказал как Гара вообще. Эш. Гара говорит не так. Привет. Еще лучше. Ну и Глена. Привет. Вот, так нормально, видишь? Учись. Мы сегодня будем играть международную версию MXM. Правда, я не знаю, как это назвать международную, так как... Ну, спонсор нашего стрима, как вы видите, вечные блоки по IP и VPN. Хидео, наверное, расскажет почему. Да, Хидео? Да, у нас аккаунты Mu Legend заблокировали, поэтому мы решили ждать евро сегодня. Да и не только поэтому. Как бы, ну, в MXM сейчас практически для новых игроков нету доступа, так как все новорегистрированные аккаунты банят. Нещадно и вообще никак нельзя будет поиграть тем, кто хочет. Вот только если у вас есть старый аккаунт, который вы делали до включения IP-блока для там BNS или WildStart, то вы сможете, в принципе, поиграть без каких-либо препятствий. Если вы сейчас зарегистрируетесь, то, увы, аккаунт забанят, причем очень быстро. Вот такие NCSoft. Со стартом Берты. Что может даже намекать на то, что у нас скоро будет версия от... Ни на что. Но... это не намекает, на самом деле. WildStart то же самое, и никакой версии у нас WildStart нет. WildStart не банят. Банят. Ты такое почитал? Банят там все. Guild Wars точно не банят. Ну, Guild Wars это отдельная тема, там вообще разрешили. А вот WildStart там банят. А потому что я вот сейчас регистрировал, грубо говоря, аккаунт для WildStar, и все забанили. Так, я пробовал, ребят, уже. Как, что сегодня будем показывать жителям? 3-3, я так понимаю, все хотят. Ну, как бы у нас 4 человека. Проблема в том, что, они сделали данжи теперь на 2 человека, а не на 3. 3-3 у нас 4. То есть нам нужно хотя бы один зритель, чтобы хотя бы 2-2 играть. У нас там хоузор вроде здесь это был. А, стоп, у нас 4, 2-2 мы так можем сыграть. Да, давайте 2-2 сыграем, да и все. Ну, давайте я загляну противоздаю. Давайте. Сим создашь тогда? Подожди. Ты сначала давай расскажи о том, что в игре изменили. Ой, ребят, на самом деле многое. Сейчас Химера не включил, поэтому... Все я включил. Включил уже. То есть вы сразу же увидите, насколько большая работа была проделана после последней альфы. Да ладно, очень большая. Сильно, ну, фиг знает. Сильно довольно интерфейс изменился. Вот, лично мне вот такой интерфейс больше нравится, чем раньше было. Это более проработанный. Модельки стали красивее. Да, модельки, иконочки перерисовали. Такое чувство, что графику тоже немножечко подправили. Как-то более современно смотрится игрушка. И оптимизацию. По крайней мере, на старте БТ получше чувствуется. Потому что всегда, когда начиналась альфа, куча народу заходила в игру, всегда немножко подлагивала. Вот сейчас... вообще нормально играется, спокойно прошел все обучалки, и думаю, сейчас тоже нормально будет. Как бы с поиском все, посмотрим, конечно. Кстати, такое нововведение, точнее, даже не знаю, пока не видно, что будет с премиумом. Потому что в прошлом ЗБТ понятно было, что будет с премиумом, а здесь у нас в шопе пока его нету, а есть только за вот эти ежедневные задания, или как их там, за календарь, грубо говоря. Оставили бустеры на голду и на XP. Остальные всякие премиумы, куча уровней премиума, они убрали. То есть непонятно, будет ли в дальнейшем премиум, либо
решили как бы монетизироваться только бустерами. Посмотрим. Ну, мне кажется, маловато. Не, премиум-то будет явно, потому что вот его показываем, мы берем купон 15 дней. Он есть, только его, видимо, еще в шопе не добавили. Вот еще, кстати, понерфили требования для сознания гильдии, так что я надеюсь, Кидео сегодня докачается и покажет. Да, я собираюсь играть всю ночь, наверное. Ну, до утра. Не до утра, а работать все-таки надо. Ну, вот, у тебя есть работа? Да ну. Представляешь. Да. Не знаю, мне вот, я вот зашел, мне очень понравилось все, что они сделали с интерфейсом и вообще с графикой. Хочется прям поиграть. Да, только одно «но», вы не поиграете. Ну да, к сожалению, те, кто раньше аккаунта не зарегал, будет трудновато. Если вы когда-либо регистрировались на, например, Bad and Soul или еще какую-нибудь игру, там, то же самое WellStar, то у вас аккаунт должен быть, вы можете зайти на этот аккаунт и с него сыграть. Я знала у линейщиков, которые играли раньше на Евро, то жесть. Или у линейщиков, да. Так что вот так вот. Ну вот мы Фриди пытались зарегать парочку раз аккаунт, и ничего не получалось в итоге. Мы пытались. К сожалению. Это звучит так, мы пытались. А, что ты еще хотел сказать? Я типа сказал, что пусть сделали, а вы такие брали и делали. Молодцы. Химера, давай, попытайся сделать нам плановую игру. Нет, подожди пока. Я хочу, чтобы в чате кто-нибудь написал. Проверить. Странно, в чате что-то никто не пишет. Даже Кахумы нет. Даже Хаусора. Не, кстати, еще знаешь, что ввели гильдийные матчи? Насколько я понимаю, это нам надо протестить. ГВГ, что ли, или? Да, ГВГ. Да. Да ладно. Вот это по-любому. Ты не читал патчноут? Я удивлен. Я же сказал, что я буду в игре все смотреть, чтобы для меня было приятно неожиданность. Вот так он готовится к стриму. Это приятная неожиданность. Я разбавляю стрим своим скиллом. Чем? В скобочках нет. Чем? У него, наверное, титул сейчас «Приятная неожиданность». Заходит на БВП-арену 3-3. «Приятная неожиданность». Давай, приятная неожиданность. Я вроде обучение прошла, наверное. Давайте сражаться. Я всех героев, которые хотел уже... А, у меня, кстати, никого из вас друзей нет. Ну тогда бач. Почему? Ты у меня так грустно, ничего. Друзей. Ну да, только Хидео. Так, мне нужны все ваши ники. И то, знаешь, такой типа... Не совсем друг. Ну, у меня Гленна английскими две буковки. Это так же, как в этом Дискорде? Да, да, да. Так же, как на работе я. Ник состоит из трех ников, да? Уже двух, все. Третий. Блин, так, а какой? Подожди. Лучше напиши. Ash and Will. Я у нас теперь оказывается на форуме, как же главный хейтер For Honor, если что. Не, правильно тебя добавил, не? Да-да-да. Так, ща попробую. Да? Ну что? Серьезно, баны. Ой, серьезно. И Глен еще и забанил героя, на который собирался играть. Ага. Да, я случайно. Умею, да? Чувак, у нас героев нет, а ты баны врубаешь. Нормально. Зато да. Тестим. Мы же героев тестим. Героев всего-то сколько, не знаю, штуки 4 или 5. Вас я вижу тоже не очень. Слышь? Чё? Хидео. Чё? А ничего. Ты первый хочешь? А я же её забанила. Ну, нет, ты свою забанила. Виту. Нет, забанила я его забанила. Чтобы... Забанила Виту. Я им забанила, да, получается?
Да. Отлично, бана. Ясненько. Чё? 100 раз так делал. О, уже 30 человек на стриме якобы. Привет! Привет. Мне показывается 67. У меня уже 284. Так что не обольщайтесь. Кстати, насколько я знаю, в чате могут писать все. Так что пишите, что хотите. Ты проверь, пожалуйста, что-то мне кажется, только для фоллоу. Ну, у тебя же, подожди, пишет. У тебя же свободная правая рука, вот ты проверь. Ребята, что где делали? Ваши знаменитые фразы? Diablo 3. Что это за моба? Зачем это моба, если есть Dota и LoL? Давайте. Эти фразы нужны очень. И мы будем на все отвечать прям. На все такие фразы. LA будет. Химер, давай убивать. Вы скучали? Да его же должны понерфить были. Что-то пошло не так, да? Да. Как-то ты умерла. Ты тоже. Хидео, тащим. Кто-то слышите, что он говорит? Говорит, Хидео, тащим. Ой. Я говорю, Хидео, тащим. Их не... L2, ну, мы сказали, что будет. И... Хидео, спускайся. Пока. Ну, так сейчас. Прорываешься, Аня? Да? Да. Да, ты верно. Погляни. Блин! Вот это я просел. Надо Глену добить. Блин! Отойдем. У меня хп было мало. А дела? Как они камбэкнулись? Объясни мне. Просто ты нубишь. Все они похвалят, что, никто что не ты похвалит. Еще... Где все хилочки? Не хилочку берут. Вы нам сообщайте, когда вы берете. Обязательно. Возьми. Беру вашу, если что. Хилочка. Спасибо. Сообщи. Химера, я же сказал, бери хилку, ё-моё. Спасибо, Эх. Короче, я знаю, кто турнир выиграет. Не ты. Конечно же. Ань, дольше кнопочку задержу, прорываешься. Да, надо на активацию голосом поставить. Скорт не очень, но всё-таки. Да. Это ульта была, да? Ага. Ребят, она только... Не знаю даже, как сказать. Она и не по ключам, она... Доступна только избранным. Да, сейчас... Она доступна всем, по всем желаниям. Но если... Попробуйте через VPN зарегистрироваться, что ли? Мы это пробовали. Отойдем. Теперь пойдем.
Хорошая команда лов. Ты смотри, что делает. Он, короче, он смотрит за нами на стриме и выключит стрим. Ой. Эш, у меня нету ничего. Надо тут их ломать. Ну как так? Мир, вернись. Изи. Ну я уже не вернусь. Ты он уже не вернется. Короче, мы дали вам шанс. Согласны? Шанс? Да, да. Шанс? Это было без шансов на самом деле. Теперь, ты видишь статистика? Ничего не вижу. Читаю, теперь тебе. Kill 0. Death 4. Ну, ладно. Окей, смотри, сейчас попробуем кое-что другое. Давай. Привет, Хаузер. Привет, Хаузер. Эй. Эй, нет. Нет, да давай. А, ты думаешь, ты так играть станешь лучше? Вопрос. Я не про это сейчас. Мы же развлекаемся. Ну окей. Он сейчас меня на дно потянет за собой. Опять я баню? Да что такое? Блин, точно, я же баню. Чем ты баны врубаешь? У меня реально вопрос. Ну, как бы, показать всем, что они все-таки есть. Киберспортсмены, блин. А кого забанить? А Battle Riot, она отличается... Забань ДК. А почему я схитала? Потому что я сильный. Мы выиграем. Battle Riot, она отличается, наверное, тем, что здесь есть PvE режим, который полноценная Diablo, можно сказать. То есть вы можете играть в PvE, после этого играть в PvP. Ох ты. Только он говно на самом деле. Ну так, я чисто показать. Привет. Да, всем привет, кто там в чат приходит. Вы задавайте какие-то вопросы, но сразу же, если будет возможность, пожалуйста, если будут задавать вопрос, можно ли сейчас поиграть. Сейчас практически нельзя аккаунт зарегать для абсолютного новичка, тот, кто в L2, в L Star не играл. Только если у вас есть NCSoft аккаунт старый. Мы еще в гильдии не создали. Гильдию еще мы не создали, только сегодня бета-тест начался. Да, буквально час назад. Я успел только обучение пройти, не сразу. А так лучше стало слышно? Да. Да? Слушай, да, надо что? Короче, надо их выигрывать, потому что по логике получится, что я типа слабое звено тогда. А, то есть я должна тебя тащить, да? Да, тащи, короче. Я тоже буду помогать, конечно. А сколько платишь? Потом. Хороший вопрос кидаю, видишь? У них слабое звено Эш. Фаталист. Согласен? Ну да, Эш, да, он слабый. Тимера, давай ты на лоб перейдешь и будешь харасить, а не на милишника. В кого-нибудь попал? А как она пропала через лес? Я вашу хилку беру, ничего? Давай. Их ты говнюк. Давай химеру. Да. Или нет? Эш, ай. У меня все плохо. У меня ты более.
Knock me down and I get back up. Я возвращаюсь. Черт. Ну, я его убил. Я почти убила двоих. Мира, как ты умер от саппорта? Короче, я вычислил, кто из нас самый сильный. Этот саппорт почти двоих убил. Эш. Ай. Хилка, Толь. Все, почти рядом. Я могу умереть сейчас. Я запасла. Спасибо. Если он сейчас переделается, то он меня убьет. Я не успел. Да. Переделается, какие бы слова знали. Переделается, да. Так и где ты? Так реально, где он? Вот. Нет, ну почему он всегда забирает хилку? Ой, кажется, я сейчас умру. Плохо. Да. У них хилку забрал. Надо убивать Ишинвейла. Химере даю все. Ищи Химер. Я похилюсь. Ну, у меня хп мало везде был. Да у тебя всегда его мало. Я не помню, когда у тебя было полное хп. Начинаешь... Ну, да прыгись. Прыгись и вспомни. Короче, надо сейчас их двоих убить, тогда можно отдыхать. Все равно Химера лучше играет, чем со мной. Кого-нибудь бы в рун собрать, словить, и у меня есть ульта. Увы. Да сколько можно воровать ее? You can't run from me. Olympian Colt. Not yet. End this. Так как, почему? Чё за бред? Не умри, например. Только не умри. Лучше просто никого не убей, но только главное не умри. Нафиг. Просто нафиг. Почему? Химера! А Химера! Фидеры! Ну, меня где она затащила? Чувак, счет был 4-4, просто отойди, хотя бы ничья будет. Нафига ты там один остался? Че, Химера, теперь как сыграешь? Шам. Ну давай с Глиной ты сыграешь. С Эшен Вейлом. Давайте. Ошибку он не выдает, там можно зарегистрироваться, но кроме того, что он просто скажет, что через несколько часов придет бан на этот аккаунт. Не через несколько часов, практически сразу. Но... Сейчас уже сразу. Ты думаешь, он у кого-то есть? Да, он у меня подсвечивается, видимо, есть, не знаю. Я других героев не могу забанить. Ты банишь, что ли? Да ну. Я могу только забанить тех героев, походу, которые у них есть, они подсвечиваются у меня, а остальные недоступны. Ну я думал, Эш банит. Ну ладно. Ах вы, Майю забанили! Так, нельзя. У нас есть другие проблемы. Ниже пояса, да? Вообще... Ладно, будем по-другому, значит.
Надо героев докупить. Блин, а тут нельзя, да, прям? Да, к сожалению, нет. Надо немножко паузу сделать после этого матча. Да, потому что у меня героев нету, в принципе, я не особо там покупала что-то. Я всех купил. Ну ничего, Лулу вы мне оставили, ой, Лилу, вы мне оставили, большое спасибо, ребятки. Ну, посмотрим. Ё-моё, ладно. Что ё-моё? Я Нику забанил, я Виту забанил зачем. Чипс, что это? Это мастер-экс-мастер. Нет, ты все правильно забанил, только у меня три мейновы саппорта. Но ты... Нет, вообще их пять. Вообще их пять, просто я не купила еще. Если что, возьмем с нами двух зрителей для 3 на 3 нормальный. Да, у кого есть возможность. Режим расчета на 3. Ой, вот эта карта мне не очень нравится. Этот мостик такой противный. Ой, как хорошо! Ой, как хорошо! Эш, ты только случайно не умри. Я не умру. Каждый раз в жизни шесть. Надо Глену срочно задавить. Да не надо Глену трогать, Глена... Срочно! ОП персонаж. Yeah. У меня что-то интерфейс пропал. Вот этим мне эта карта не нравится, потому что если тут начинаешь давить, то все плохо. Щит? Я даже скиллов ее не знаю. Ой, ладно. Правда, вообще не знаю скиллов ее. Я тоже. Слышь, что-то мне кажется, мы двое тащим среди этих людей. Лео, ну куда ты? Ну куда ты? Нормально общались. Я возьму хил. Эш вечно хилки ворует, Химера просто умирает. Еще ни одной книжка не попала. Это лишнее. Как вам такое? Уйди. Черт. Я лишь под нерфлю, да? Так я-то убиваю. Я так не играю. Ну да, это мне карту как-то да добавили герой... возможность выбрать. Нет. Героев просто не было, как бы, если бы... Хилку, блин, хилку! Я ушел, ребята, всё. Это ульта была. Я ухожу. Да не, у меня не установило, спасибо. Послушай. Прыгай! Ой, щит. Не достал. Хилочку бы. Эш, ты понимаешь, что делать, если хилка появится? Да. Эти ульты. Отличная была ульта. Он тебе как-то расскажет, как я понял. Ой. 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 Раз и прилетело. Ой, что-то пошло не так. Что, они камбэкаются. Эх. Я почти вышла, я не успела спекнуться. Я ушел. Куда ты ушел? Поговори со мной. Он не будет говорить.
Эшит станет меня. Нет. Я никого не буду убивать. Правда. Точно? Да. Ладно. Я же девочка, а мы миролюбивые. Опять я на два дерусь. Ты смотри, как переключается. Их миров атаками убил. А нет. Ладно. Переоценил я свои силы. Ой, ой. Эх, Рект. Такая каточка. Тут можно есть... Кто-то может быть два заключены, вот, короче. Химера, первая. Смотрите, 0-0-5. Ну вы понимаете, о чём я, да? Смешно. Не, тут может быть два как бы заключения всего этого. Первое, это то, что я следы утащу, либо то, что Химера тащит, просто не в ту сторону. Глена тащит 100%. Может, 5 на 5? Что мы тебя тащили там, да? Ну давайте, чё. Надо героев купить, на самом деле. Да, давайте только героев прикупим. Хотя бы парочку. Чё, не знаю, я уже всё купил. Я ещё не успела. Всех саппортов скупить. У тебя сколько, один или два героя? ДК и все остальное, да? У меня нет. У меня ДК, Фонок, Ритлок. У меня все нормально. Я Хромит, не помню, она классная или нет. Кто? Хромит. Из Айона, которая. Я не помню даже, как она выглядит на самом деле. Лучница. Ну да, неплохо. Эльфичка. А тут нельзя никак отсортировать по саппортам? Mm-mm. Можно. Как? Как? Ну видишь, где Сач Мастерс... А, всё, здесь я... А, не, ну там... Хеликс. Знаете? Хеликс. Но дело в том, что... Нет, не все саппорты Хеликса. Жабка, допустим. Кинетик. Да, тут нету всех саппортов. Ну, что поделать? Допустим, ну, как вариант. Нельзя назвать бумера суппортом полным. Эксперт. Ну да. Я этого не скрывал. Вот, зато котейка в свободном доступе. Кэт за кэт. Которая котейка из Линейджа, да? Да. Я не понял, почему она мостики не играет Upside Down? Что за... Сейчас я куплю жду, хорошая поставлю. Песня же была. Ща. Иди и поставь обязательно. Купить надо. Вторая, самая первая. Да, я купил. Ну, я, в принципе, вроде закупила с героями. Че, я еще одного героя куплю. С самыми важными. У меня голда просто закончилась. Они что-то реально ее мало дали. Да, в прошлый раз было намного больше. Ну, на третий день 5000 дадут, на пятый еще 5000 дадут, на седьмой тоже 5000. А сколько гильдия стоит? 18 обычных. Эш, а для Луа первый-третий скилл, да? Ну, ракетка и сверху, который... Молтен Рейн, да? Да. Угу. А вот эта голда, которая с буковкой J, это на что вообще? Ну, ты на нее скиллы открываешь. А-а-а. Здесь можно было скилл открывать, да? Да. Это не лол. А в лоле тоже открывается. Мне, конечно, эта система не очень нравится, скиллы открывать, но... Да ладно, они там ничего не стоят. Ну, допустим, чтобы на трех моих саппортов открыть все скиллы, это много. Не знаю, я на всех открыл все. Инсисов тут уже гильдию создали, я смотрю. Так это ГМский. Ну да, им парочку. 10 левел, 18 голды требует. Так что хидай вперед, у тебя вся ночь впереди. 18 тысяч? Да, голды. Ну вот это Г. Ого. Да. Раньше 50 было.
Эш, а можешь мне скилл перевести один? Что? Можешь мне скилл перевести? Ну, скачай какой номер. Лилу, Ешка. Талант с варм. Я выслал приглашение. А у Яшка каждую секунду носит урон в выбранной зоне. Спасибо. И дает вижен, ну, опять на 5 карте в этой зоне, и еще и палит телевизор. Спасибо. Кстати, добавили чат команды тут еще. Если кто не заметил. Вроде бы не было. Химера, заводи уже игру. Ты наверх посмотри. Что там наверх должен быть? Матчмейкинг. Меня нет. То есть как тебя нет? Не смени ку матчмейкинг. Слушай, сейчас я отменил заново. Пересоздай тогда. Ты меня в группу не пригласил. Ты просто не приглашаешься. У тебя мало ДПСа слишком. Да. Ну, блин. А ачивки, ну, можно линкануть, чтобы вы меня взяли? Подожди. А ты обучение прошел? А, на 5 на 5, наверное, нет? Понятно. Ну, зайди и выйди. Да, зайди и выйди. Мне сейчас нужно прочее обучение. Тут Ветл говорит, что есть видео скиллов. На 5 на 5 можно... Ну, у меня засчиталось, по крайней мере, квест засчитался там. Да. Зайди и выйти. Так что попробуй. Привет, Владислав Прохоров. Привет, Владислав. Я знаю, как тебя зовут, кстати, парень. Привет. Тут пишут, что Эш занят. Кстати, Ветал, а я вот не нахожу видео скиллов. Где они? А вот ты открываешь героя, и там две кнопочки сверху справа. Watch skill. А, все. Они просто они раньше, по-моему, в самом скилле были. Да. Круто. Стой, ну это. Я честно зашел и вышел. Что, теперь все в порядке? Да. Отлично. С нами, но ты немного опоздал. Но добавляй меня, друзья. Это игра Master X Master, и это закрытый бета-тест европейского сервера. Очень закрытый. Здесь только избранные. Да, к сожалению, если вы новичок, вы не можете... Ну, аккаунт зарегать получится, но вас не пустят, если вы с региона СНГ. С нами можно. На этом за БТ почему-то так решили инстасот делать. Не, не то, что если вас не пустят, вас просто забанят. Угу. Ну, это одно и то же, собственно. Слушайте, мне так понравилось, как они сделали, при приближении все исчезают, только NPC-шки остаются. Класс вообще. А статистика вон. Побед, поражений в этом режиме во время поиска. Винрейт. Не, Владислав, это моба. Это смесь мобы и что-то типа Диабло. Потому что здесь есть как PvP режим, как в мобах. Какой Диабло? Не. В смысле? Не Диабло. Написано на форуме Dungeon Crawler. Ну, так Диабло есть Dungeon Crawler. Или Action RPG. Как только их не называют. Ну, в общем, MXM все-таки ближе к ММО играм, чем к мобам. Хотя, не знаю. Может и к мобам все-таки ближе. Вообще это Twin Stick Shooter. В общем, тут есть и PvP, и PvE, что необычно. Marvel Heroes, ну, может быть. Я вот, кстати, так и не играл. Это же тоже NCSoft-овский проект, да? Marvel Heroes? Нет. Баня за то, что ты из СНГ. Расизм.
Ну, вообще-то это серьезно-то. Как игра правильно называется? На стриме написано. Мастер икс мастер. Мастер против мастера. У нас на форуме в новых играх, в разделе обсуждения игр, есть куча гайдиков про игру. В том числе мой. Это без банов? Без. Отличненько. Так, кем бы сыграть? The hunt begins anew. Надо ноды копить. Надо. Надо. Сайлен, ты не поиграешь в эту игру. Так что можешь продолжать доту играть. Вообще, игра вообще не похожа на доту, потому что управление совсем другое, через WASD. Это ближе к твинстик шутерам. Или Battle Ride туда, тому же самому. И кому кто знает, тут еще отличительная черта является в том, что есть различные персонажи из различных игр NCSoft. То есть из Lineage 1, 2, Айона, Guild Wars, Wildstar, из всяких игр. Персонажи, PvE-карты, тоже Ant Queen там. Да, Данжи тоже, да. Башни из Айона. Катакомба Скалон из Guild Wars. Скалон, по-моему, завтра, кстати, будет возможность, судя по календарю. Нам бы, кстати, надо написать NCSoft, потому что они нам ответят. Насчет чего? Я уже написал давно. Даже Сиротин там отписался. Так что все схвачено. Потому что они же нам ключи выдавали в своё время. Теперь не бэй? Странная политика этого. Чего? Они нам ключи не давали, мы сами зарегались. Нет, помнишь, мы раздавали? Нет, у них мы раздавали ключи же. Да, кстати. Но... А кто куда идёт? Я пойду на мид. Соло, если можно. Химера уходит мне. Ну ок, я запомню. Ну, хочешь со мной? Пошли. Не, я про то, прослежу, как ты там будешь играть. А, ну да. Давай сними. Они лес изменили, кажется, или мне кажется? Что-то у меня такое впечатление, что он стал чуть побольше, а река... Ну, карту переделали. Река по-другому. Река другая, да, даже рисовка другая реки самой. Река была большая, а сейчас только вокруг, собственно. Два маленьких этих самых. Угу. А ты уже захватил, да? Да. Опа. Хидео, аккуратно там есть. Да? Кто фестбал сделал? Кто молодец? Вообще ноль комментов просто. Ты Хидео. Но нас наверху щемят. Ой, меня что-то у них какие-то пролаги иногда проходят. Угу. Вроде пока что не было ничего. Ну, у меня тоже было. Так, у меня один ушел. От меня. Да, я нашел. Он сейчас умрет, нет? Жаль. Добавили, по-моему, одну башню. Боковую какую-то маленькую. На меде так точно. Кстати, рыбку, по-моему, убрали. Рыбка есть. Есть. Да. Ну, просто само озеро, что-то есть, не река теперь, а озеро.
Смотри. У тебя есть хилка? Тебе похилить? Да не надо! Да не надо, нельзя им давать забирать. Ну... Пусть они танкуют и получают урон. Мешаем. Им весело. Я... А, ее нужно завязать, да? Да. Позвонишь? Да, потихоньку. Сзади у меня. Что у тебя сзади? Слушай, не знаю, да, я наверное, мерить. Сейчас умру. Какие мобы сильные. Он в лужу превратился, да? У меня лоу-лоу хп, прям очень лоу. И мне нечем похилиться. Эш? Ну я на себе двоих держу, если что. Старайтесь там. Живой. Ясненько. Захватил. Что-то у нас нету оповещений, кто куда пошел, кто куда пришел. Вместе играем, вроде. У нас на боте вроде все стабильненько. Плохо. Главное стабильность. Хоть на профиле персонажа прокачивай скилла. Угу. И если что, на цешку у вас хилочка. Кстати, на боте было трое, почему-то. Ну вот, Хим, ты же стоишь наверху, ты предупреждай, что сном от тебя приходят ребята. Хим? Сузука где стояла? В миду? Три ты только на базе. Нет, качать? Нет, не именно я миду. Я что-то забыл. У меня башни убили. Ты ё-моё. Странно ты так пришел, не предупредил. Бывает. У меня есть ульта, кстати, мы можем подраться. А что делал твой ульта? Больно очень бьет. На него хорошо. Кидаются птички и кусают за задницу. А что таки возьмем и зароумим, короче. А, смотри. Смотри, что... О, слизень. Лови его. Я забрал какой-то там. Какое-то сердце короля речного. Ой, это что? Что мы тут делаем? Не подскажешь мне? Зайдите за... Да-да. Зайдите сзади и пытайтесь ганкнуть. У нас тут... Этот... Жидкий. Блин. Пытается нас убить. Не знаю, что мы сделали, но мы, видимо, сделали... Я шар забрал. Хорошую. Забираешь, по-моему, 10 шардов, можно вызвать чуть. А, это монеточка это. Да-да. А я пока что... У нас еще две. Ребят, ключей нету, к сожалению. Регистрация открыта, но для СНГ региона почему-то баны идут сразу. Кто сидит? Написали все софты, если они ответят, но передадим, что проще. Там нам топ спасет, ребята. Вижу. Не забывайте башню юзать. Ну вообще. Overheating. У меня. Нет, мы его не так гоним, быстро, его... быстро. Да. Ну вообще никого не убили, блин. Все за всеми, все за двумя гнались, не убили никого. Ну тут хилки у него нету, печаль. Есть, С буковка. Нет, я у монстра имею в виду. О, я могу титана забрать сюда. Сейчас нет, надо ближе к нему. Мы сейчас должны вроде голосовать. Нет. No, да, no. И...
Тут кто-то есть. Бей его. Как больно. В смысле лимит на карту? Лимиты тут всегда были. Сейчас можно взять. Блин. Да, на не в том месте. Принимайте. Так что вы делаете? Кто не принял, интересно? Я, кажется. Замечательно, я умер за это. А я вообще не в том месте начал кастовать. Теперь ограничили по прокачке скиллы. А как я его убила? Сейчас не надо, и, кстати, если кто-то захочет. Ну, сейчас сами. Как кулдаун, я не могу тебя завести. Ну, я вообще говорю, что не надо. Асма, если ты из НК, то ты проиграть не сможешь, тебя забанят. Подтверждай, да? Замечательно, ты так забрал только Казути. Ну пусть, ладно, пусть берет. Что, даже да. Голосование нет. Угу. Я ничего не нажимал. Так. А, может быть, нужно лесного крепчика забрать, не знаю. Ну давай заберем. Я на вот пил. Может, смотри, вот тут есть. Ну давай, пойдем. А на боте алтарь, по-моему, поступил. Надо заходить его быстрее. Быстрее на бот, там убивает его. Иду. На все забейте, идите на бот быстрее. Идем. Там адаман. Без ВВН ты поиграть, в принципе, можешь, но тебя забанят. Если у тебя новый аккаунт. Так, зоньте их, я захвачу алтарь. Я у меня ультану... Нет, если у тебя... Наверх надо смущаться, ребята. Если у тебя старый аккаунт, то ты, в принципе, можешь поиграть, а если новый, то забанит. Старый имеется в виду до введения банов. Ой, не банов, а блоков. Я прыгнул! Ну, значит, ты поиграть свободно можешь. Больше башенок поставили, по-моему. Угу. Раньше вот этих не было, кажется. Нет, не прыгну. Не, я не буду в него прыгать, он все равно идет. Я, по-моему, все зависло. У тебя? Сканек. Клиентов попал. Ну, все, ок. О. Слушайте, эта кошечка меня бесит. Я в него прыгну. А что за глазки появляются? Что это на тебе монетка, если ее надо сдать, короче, на базу. Если тебя убьют, она выпадет, они заберут ее. Для этого титана. Ясненько. Ой, меня убивают. А мурсы. У меня просто МП закончилось. Нам сбоку сносят, я вернусь. Башня как-то дамажит слишком сильно. И далеко. На старом без ВПН можно. Если вы играли на предыдущих за БТ, то вы поиграть сможете. Ребят, я возьму босса, мне надо защититься. Меня украли монетку. Да, да. Да, он прицепился ко мне. Давай.
Кидео косплея Джона Сину. Все, кончился косплей. Ага. Да я ж базу защищал. В основном время туда ушло. Кидео. Чё? Ну тут тебя Кахому называют. Каким образом? Посмотри. Кидео. Кахум, я потом почитаю. И в ответку забанишь. Почему Кидео? Интересно. Смотрите, там сверху стоит парень и делает больно. Привет, Хоусор. Давайте подеремся хотя бы. Давайте. Мера плохо дерет. Ну да, карту обновили. Надо к ней привыкнуть несколько. Я в Титана прыгну, чтобы не так пошел. Убейте его. Как вам так успели мне спушить? Они не мид спушили, не бот, ой, топ спушился. Начало. Серьезно, может проиграли? Да. Предмет тут нету. Тут. Только хвостить. Примерно. Я считаю, но химера. Я тоже считаю. Да, я тоже. Ой, слушайте, добавили хайлайты. О, сейчас. Видите? Ты видишь ник? Ник видишь? Ну, кто мощный был, правильно? Сейчас покажу. Лучший момент матча. Какой лучший момент матча? Что произошло, можете мне сказать? Просто на скеле! На скеле убил! Что здесь было? Я не показывал момент матча. Селхилинг. Это знаете, да, как у этого, у Каработа Overwatch? Там, кто в самом начале Турбьерн убивает, он валяется в мусорке, а я в дуреке там всех убивает, типа, момент матча, да? Примерно так же у Химера, да? Друзья, еще раз расскажу. У нас на форуме в новые игры, обсуждение игр, есть темка обсуждения Master X Master. Там все гайды, обзоры от Эша, от Химера, стримы наши. Заходите, ознакомляйтесь. А вы знаете, что Эш ни одного килла не сделал? У него даже скоур 27, самый близкий в команде. Ой, слушайте, мне два левела сразу. И всего дали. Лишь. А у меня что-то как все... Как история, посмотри. Кажется. А зачем тебе история? Там правда было 0 киллов, там было 0-3? Да. Я хочу посмотреть урон, нанесенный за всю карту и так далее. Какой урон? Да, знаешь, это уже так. Это уже оправдашки. Это уже не важно. Убийство. Даже на саппорте. Серьезно. Это убийство. Окей. Так, блин, Хаузор. Никак не посмотреть. Хаузор, если хочешь, давай с нами. 5 на 5. Нет, итемов здесь не как в доте нету, ребят. Или кто-то, кстати, там с нами хотел поиграть. Я все еще жду группу, короче. Да, я тоже жду группу. Химер, давай. Здесь какой-то поиск уже идет. Никакого поиска нет. Какой поиск? Не знаю, у меня какой-то поиск идет. Тут как в Ходсе. Просто скиллы качаешь. Играйте сразу двумя героями и менять их по колесику.
Так, а как бусты активировать? Правой кнопочкой? В инвентаре правой кнопочкой нажми. Так, а где терефекты показываются, интересно? Плохо, что они сделали, что за одну и ту же голду теперь и героев, и скины можно покупать. Всегда так было. Да? Скиллы, мне раньше хватало... Нельзя. Ну, да, просто мне раньше хватало голды на все. Просто раньше очень много насыпали. Да, на альфе насыпали, так что ты чуть-чуть не все. Хаузор, ты будешь добавляться? Я Хаузор жду. А дайте патию. Да. Причем, выполнив 10 месячных заданий, ты получаешь 300 донатской валюты. Кстати, ежедневку не забирай, не забывайте награду получать. Вот я сейчас... Да. Где? Есть способ справа зарабатывать справа. А, там донатскую валюту. Что есть хорошо. Так, а сейчас мы ждем, когда Химера проснется, соберет группу. Угу. Не, Хоусора жду, если он, конечно, захочет. Он не сказал, отвечает. Что у него клиент не скачен. А, понятно. Ща. Ну, давайте. Я проверю, где тут пока. Медали. Так ты группу собери, нажми поиск, тогда проверяй, что хочешь. А там, по-моему, нельзя выйти. Можешь бегать и проверять все, пока идет поиск. Ща. Ну, не очень. Знаменитая эстонская скорость принятия в группу. Кто такой Джефф? Со стрима, чувак. Видишь, чем я занимаюсь? Не то, что ты. Молодец. Ну все. Ну все. Так тебя никто не осуждает вообще. Ты молодец. С тебя гильдия. Ну, я постараюсь. Я вообще, постараюсь, чтобы завтра уже была. Вы, наверное, ВКонтакте видели. Купил железное на 1200 страниц. Уже 200 страниц прочитал за один день. Ну, притом времени не было, я просто так вечером сел и прочитал. Прям в детство вернулся. Классная книжка все-таки. Хочешь, чтобы у тебя детство было уничтожено? Нет. Читай нового Гарри Поттера российского. Там все плохо? Там все очень плохо. Гарри Поттер — это книжка, которую я, наверное, быстрее всего по скорости читал. Ну вот почитай, короче. За один день даже меньше. Почитай серьезно Гарри Поттера в новом переводе от Спивак. Если все так плохо, как ты говоришь, зачем это достигнуть? Знаешь, заниматься? Как там Снейпа перевели? Ну, Снега, который. Как? Злодеус злей. А, все. Такие книжки точно не надо читать. Так. Вы меня обижаете, я не буду танка брать. Чего? Добери, пожалуйста. Нет, вы меня обижаете. Вы говорите урон важен. Я буду с первым убить. Ты смотри, какой обидчивый. На обиженных балконы падают. Это сейчас к чему? Это то, что наш... Фулслоу. Вообще, не объясняй, просто не надо. Но сам да, не поймем. Ну, кто? Сложный прикол. Кто? Слишком сложно. Почему плеер? 1, 2, 3, 4. Не показывайте теперь, что ли, Ник? Что бы ты спросил? Понятно. Ну, как в лоле, ты чё? Какой-то грубый химера. Акрена не подтверждает персонажей. Ой! А еще все с хилом, хотя есть другие скиллы. Спасибо, капитан. По-моему, смотрите, в списке возможных скиллов, ну, которые дополнительно идут под эту карту, добавили Titan's Gaze, если не ошибаюсь. Кто это? Places the Eye of Fallen Titan. Класс, да. А, это, короче, вард. Не, слушай, это вообще невыгодно. Это вообще невыгодно. Зачем, если есть башни? Главное, башни вовремя. Башни, честно говоря, плохое расположение. Ты лес не контролируешь башню. Слушай, выберешь ты доп Титана, либо вард. Ну, не знаю. Мне кажется, все-таки... Ну, шард все-таки выгоднее для того, чтобы Титана создать в итоге. Чем, не за шард, по-моему. Как бы, за шарды? Когда ты накапливаешь определенное количество шардов... Нет, я имею в виду, не за шард. По-моему...
вы ставите шарт, было написано, и создаете. Ну, короче, ладно. Надо будет еще раз посчитать. Пароли поменяли. Пароли Mo Legend? Да. Или чего? А кто куда идет? Ты соло на мид идешь? Да. Ну не знаю. Да иди на мид. Там твое место. Ну давайте, давайте опять так попробуем, что. Вообще, мне кажется, лучше, чтобы мы по двое ходили. Чтобы мы точно какую-то линию спустили. Да, ну кто-то один в любом случае будет. Просто рандома не сказал, чтобы он, допустим, какой-то лайн шел. Если рандом, у нас непонятно. Стрим, смотрите. А, ну все, тогда можно как хочешь. Ты там чего в кустах стоишь? Я заходил в башню. А. У кого-то есть сайленс. Варан как-то очень сильно дальность увеличила. Ну, понерфить надо, наверное. Так давайте, серьезно, так давайте не будем ничего не говорить, они же нас забанили. Кто? Нисисов. Я думаю, корейские ребята все равно тебя ничего информации не получат. Ну да, так. Они со временем восстанавливаются. Эти хилки. Если у вас будет возможность, ганкните на мини. Что-то у меня. Давай их продавим. Хотя я даже не знаю. От меня? А нет, не ушел. Упс, что-то у меня дисконнект. Совсем? Ну так было. Дисконнект или лаг? Лаг большой. Добей жирного. Я мертв. Уже? Хороший у меня хил, правда, в группе? У меня нету хила, ты чего? С чего ты взял, что у меня есть хил? Саппорт, ладно. Ну, я тебе саппортила, но, к сожалению, мой АДК не очень. К сожалению, короче, даже заметил, что я уже не саппортишь. Что я уже умер, да? Мне не нравится карамида, она какая-то очень слабая. Я пойду на бот помочь. У нас все хорошо, просто кто-то не очень. Кидал? Да. Я фестбласт сделал. Все. Моя цель выполнена. Я думала, я сделала. Нет, я. Я же специально сообщил. А вот мист не сообщил, да? А где был мист? Центр, очевидно. У нас просто все ок. Сало. Не дать. Не смог. Ой, а почему это много? Ну все у нас, я не знаю. И никто к нам не приходит. Там трое.
Это я сделала. Сделала. Чтобы тебя отхилить. Ну, танцульки. Меня? Во всех. Я уже опять умирал. Да? Map awareness, уровень бог. А ты как-то очень быстро умираешь. Ну, у меня просто три человека было, как бы, я и умер. У меня не помню. Правда, нет. Тебе миникарта сможет ужасно. Overheating. Ты сейчас снова умрёшь. Я пробую зарутать. Не получилось. Ладно. У меня аж только ульта, ой, хилы только с ульты. Что ты вообще тогда можешь полезно делать, если что? Ну, просто. Ну, я взяла скиллы попробовать, которые не хилящие, которые замедляют и станят. Хорошая идея. Да. Моба заберем. Потому что там хил довольно-таки слабый и не очень профитный. Я заметил. Ну, прям как ты. Или ты. Ты просто мне заедаешь. Ну, опять лаги. У меня вообще ни разу не было. Ой, слушай, я и забыл, что овечка очень крутой скилл. Да, овечка очень крутой скилл. Ой! По-моему, мы попались, да? Кажется, да. Ну, вроде... Вот это не надо было, ну ладно. Ну ладно. Блинк не очень. Теперь каждый сам за себя. Just пошли давить. Чувака. Нет, все было продумано. Все было продумано. Да. Это скилл. Ну так, у ХП вторые персы готовы, и такие, мы попали, нас сейчас убьют. Паник. А нам везет, что Глена убивает просто. Мне кажется, эти саппорты какие-то слишком крутые. Ну, фиг знает. Тут они очень много всеми надо много играть. Добавили какие-то души чемпионов, короче, если кто побывает. Если убивает союзника, по-моему, можно подобрать эту душу, и она потом хилит. Прикольно. Чего? Это как? Ну, такие маленькие призраки такие на карте висят. Вы нам на топе поможете? Ну, как сказать? Может быть. Да, может быть. Ну пойдем на топ тогда. Пойдем, пускай они разбираются. Нет, не понерфили. Его-то нет. Да вроде нерфили. Да по-моему не до конца. Ощущается он слабее, но он все так нарезает. Странно, вы как-то на топе поможете, я с вами пошлю. Ха-ха. Другое место. Хромиды мне прям вообще не нравятся, айонусские лучше. Не ощущаю, в чем. Но она повешенная, мне кажется. Я сходство. Смотрите, что с ними глазки. Происходит. У меня глазки. Нет, у меня были глазки, куда-то пропали. А что там когда подсветка была? Сдал еще монетку.
Так, внизу от этого алтаря надо захватить, ребят. Давайте. Башню возьму, вы захватываете. Долго не думайте, чего вы так долго думаете? Идут. У меня хп не было, извините. Нормально. И ее просто убиваем. Ой, ой, нет, не просто. Просто заливает, пацаны. Там он остался, пацаны. Красота. Да, блин, никак словить не могу. Ладно, скажи. А. Нам надо какого-то босса сейчас забрать, мне кажется. Нам алтарь снизу надо забрать. Ну пойдемте, пойдемте, давайте. Вот видишь души красные? Да. Угу. Они хилят? Если это, короче, души их, то они похилят их. А есть еще наши души синие, то они похилят. Идите босса бейте, я сам заберу. А, Эш, ты начал кастовать? Все, кастуй, 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 кастуй. Пойдемте босса заберем. Йо, у меня такие проблемы. Сильно попались. Так. Я сейчас умру, в общем. Уходи, уходи. Тебя рыбка убила? Что там? Да, мне рыбка убила. Я забыла, что там. Ладно, мы не заберем сейчас босса. Мы немножко хп ему сняли. Вверху монетки алтарь. Подбирайте? Монетки, да, монетки. Да. А, это я же все была с монеткой, точно. Я рыба. Я подобрал, все нормально. Сейчас я закастую башенку и на базу. У тебя сила рыба, когда у тебя была монетка? Угу. Это скилл. Все нормально. Это чтобы врагам не отдать, я отдалась рыбе. Я 100 раз прибил. И как? Нормально. Ощущения? Отлично. От отдачи рыбки. Руарк, верхний алтарь, ребят. У нас мид пушится. Сильно. А мид сейчас защитит этот, как он называется. Давайте вверху их убьем. Ой. Кто их, двое или трое, кстати? Вверх забираем. Вы а забираете, тогда... я зоню. Нет. Ладно, сейчас я подойду на нее. Словил. Я возьму. Да, давай. Рано. Ну нормально, все, идем. Эй, нечестно. Тебя словили? Нет, и время идет. Не, когда я играю, очень весело. Мера упал вниз просто со стены.
Меня убивают. Ну. Вы как-то все за это погнались. Ну ладно. Это специальная тяжесть. Надо уходить отсюда. Уходим. Ты сказал, что куда на базу перелетел? Уходим. Я всегда так говорю. Так мы уже на базе уходим. Так, там на нижней... стоп, нижний алтарь нужно забрать. Да, иду. А я заберу мапца за монетки, которые... Сало. Надо быстро идти, потому что они на него, скорее всего, придут. Нет, там еще мобы стоят, все нормально. Ну, они придут, надо быстро забрать. По-моему, они на верхнего босса. А, куко. Странный хил. А, это не я делал. Да, я про них. Вот сейчас хорошо. Сейчас хорошо. Алтарь заберу. Алтарь заберу, босса бейте, босса. Окей. Только трубки не бить. Джефф, ты бы тоже шел, если слышишь. На босса. Задержка. Ноды в ПВП работают, насколько я знаю, 50%. Тихо эфирил, да? И плюс 300 хп? XP и опыта. Хп. Душа твоя мужская. Я классная знаю. Я на базу быстренько сдать. Что, через 7 минут будет наша победа? Ты хочешь поиграть еще 7 минут? Мне кажется, 7 минут дофига, надо раньше заканчивать. Башенку не забывайте забирать. Мы как-то без башенок играем. Мы запускаем без VPN, если что. Монетку заберите? Да, но у нас старый аккаунт, ребят, если что. В общем, все новые аккаунты из СНГ почему-то боятся. Если у вас есть старый аккаунт Ансисо, то вы можете играть. Что-то мне кажется, они на боссе, нет? Они на топе. На топе? Ага, да, увидел. Ну давайте пойдем туда. Двое в миду. Верхний алтарь появился. Трое в миду. И двое на топе. Вот можно с титаном затащить. А, блин, они забрали урак. Убиваем. Ну, почему? Все так хорошо было. Ой, я не то нажала. Рак. Я рак. Даю знать алтарь. Ой, вышло. Я умирала просто. Я дальше пошел. Ты-то умирала, но я тут потом убивал, понимаю. Ну, так тебе и надо. Хватит киллов. Всего 7. Ты все мои киллы состилил. Нормально. Химер же сказал, что главное киллы. Нет, Химер же сказал, что главное киллы.
Я ни про кого не говорил. Главное, ДПС тут вроде было, нет? Чего он сказал? Ладно. Уже киллы. Видимо, от катки зависит. Как Эш сыграет. И главное. Вы дамажите. Так дамагера же у нас тут нету. Самого главного, у которого типа... Типа много киллов. Чё, аж делал? А ты все от мапсов умираешь, да? Да. Я не умею повыешить. Это для слабых. Продвинутый позиционер. Но он реально сильный какой-то. Но он очень больно дамажит, ну прям. 2000 с одного. С киллом, можно сказать. Сейчас, по идее, на боте спавнится. Бэкаешься, да? Много. Двадцать секунд на боте. Джефф, ты его не затащишь. Один, хотя. Может, и затащишь. А босс убивает наверху, ребята. Да-да-да, иду. А вы босса не убили, что ли, там? Нет, конечно. Блин. Читер, приди, называется. Дефать будем? Как вы босса не убили? Да. На бот Капец. Идите. На бот идите. Чем вы занимаетесь? Жесть. У меня лагало. Как обычно. Ну серьезно, мне лагает. Оправдание. Ну если ты посмотри запись, то увидишь. Это не важно. Ну хорошо. Первый начал в прошлой катке. Монетку надо на центре подобрать. Ну это фейл был, ребят, босса. Блин, тебе надо самой забирать. Я забираю сейчас... самой. Да, да, молодец. О, не трогайте. Надо взять около них. Ну, подождите, сейчас вырежнемся. Наш шанс. Это закончить надо. Сейчас. Надо, короче, подготовить Химере звуковую ставочку, чтобы когда нажимаем на этого чувака, играла эта мелодия Сина. У нас одна минута практически. Дайте мне. Он намного худее стал, чем раньше был. Вон, он уже умер, почти Химера. Да, его можно легко убить, но и он может убить. Так, а давайте просто уйдем от него и захватим верхний лагерь. Зачем нам драться с... Да, вам... забейте на него. Блин, я когда мертв. У нас меньше минуты. Нет, могу. Сюда идите. У них меньше минуты. Так захватывайте алтарь, это поинты даст. И башню заодно. Башня тоже поинты дает. Ну блин, надо было раньше завершать такое себе. Ну выиграем, карается. Надо, чтобы вообще вопросов не оставалось. Так, я участвовал 50% киллов и 8 киллов сделал. Эш 60 и 8 киллов. Кто лучше? Ответ очевиден. Это все временно. У меня 9 ассистов, у тебя 6.
Сейчас с басистами мерится. Ну, в смысле, у меня киллов столько, сколько у тебя, ассистов больше, чем у тебя, и теперь, по-моему, меньше, чем у тебя. Я лучше. А я сделал свои киллы и меньше участвовал, то есть... Опять у меня? Во-во-во, опять химера. А что на ВЛ показывается? А у меня я... А, у каждого свой. У каждого свой, понятно. О, блин! А я тут всех убиваю. А тут я у себя всех убиваю. Видишь? Я всех отхиливаю. Просто. Мэнслэйр, хидеас. Ну, бро, я столько же сказал, сколько тебя. Ты видишь, 30% всего урона команды. Просто степ. Вот, лайк. Да. Так и быть. Вы лайкнули другого, что ли? Да. Конечно. Вот так прекраснее. Русификация, не знаю, будет или нет, никто не знает. Коронку мне дали. Если приглашалка пришла, скорее всего, вас не забанят. Если у вас, скорее всего, аккаунт есть. Если у вас уже есть аккаунт, то все нормально, играйте. Ну, до поры до времени. Нет, не слушайте его. Кахума, ты сам не хочешь поиграть с нами? А, ты же, наверное, не сможешь. Тролль. Хиде, у тебя какой левел? 10. Создавай гильдию. Денег давайте. Что-что? Денег, кстати, дофига сыпят за эти руины. Мы сейчас пару раз еще сыграем, а у меня уже 8000. У меня 10. Ну, ни о чем больше. 15 почти. Да я на себя могу, я могу. А можно как-то перекинуть друг? Гильдию нет. Голду имею в виду, нельзя никак? Я думаю. Ой, что с ним? Да ладно, хорошо. С вами нет. Я понял. С вами нет. О, слишком скиллованный. Что за чудо игра? А в описании посмотри стрима. Мастер, X-мастер. Угу. На форуме заходишь обсуждение игр у нас в новых играх, и там гайдики, старые стримы. Обзоры от Химеры и Эша. И даже турнир скоро будет. Mm-hmm. На Гохе. Может быть. Может быть, да. С наградой в виде спасибо. Upside down. Ну, музончик поставили, да. Эту мелодию надо на будильник поставить сразу же. Ну, такая противная. Чтобы открыть Джин Сайон, нужно 8 таких солов, и еще надо выиграть 10 игр 5 на 5. Неплохо. Чтобы Павхаран открыть, надо 30 пулеметов собрать. Ритла Капан, 30 мечей. Да, есть на форуме гайдики. Сейчас скину темочку на обсуждение. Да по героям, по-моему, у нас нету гайдов, именно отдельно по героям. Да, еще рановато, очень сильно все меняется. Меняется постоянно. Что, кто-то отменил? Не я. The hunt begins anew. Wanna play game? Я сейчас на мид пойду пороумить попробую. Офигеть. Пороумить. Вот, прочитай еще раз описание, аж. Place is the eye of a fallen titan. То есть, по-любому, это... Нет. Шард. Нет. То есть, это вар, так называется. Да. Шард — это шард. Тут это имеется в виду вард. Вот этот вот eye — это и есть вард.
то ставишь глаз, и он типа падает. Да, но только его убить легко. Ну, может быть. Чатики, ссылочка на обсуждение. Ты наконец-то аккаунт на Твиче сделал? Так у меня давно был. Ты на него еще модульку ставил. Это у тебя твинк, да? Я от Гохамеди пароль забыл просто. Надо будет вспомнить. Интересно, не понерфили жабку? Сейчас попробуем. Ну я, по-моему, не те скиллы взял. Сейчас посмотрим. Не прям два инвизера, все серьезно. Ох, уже это страта, когда два инвизера. Больше я одной не... Сизуки это такое себе. А я карте. Анти-инвизера не взяла. Ай, не нужно. Там любой урон наносишь, она инвизер падает. Так можно ставить на площадь. Вы, правда, саппорт понапикали? Кто? Вы все. Химеры саппорт, Хидео саппорт. Какого у меня саппорт? Нет. Вот эта рыжеволосая девочка. Нет, она да, не саппорт. Вообще не саппорт. Она не саппорт. Саппорт это у Глены первое. Чё тебя от саппорта бомбит, да? Мне кажется, он просто не умеет ими играть. Я просто боюсь, что я кажется, что, короче, не 30, а 100% уровня команды. Ну-ну. Такого не будет. Вот я боюсь. Только меньше, только меньше. Пошли на бот. Дэо. Дэо. Иди. Да. Иду. Просто ты без меня башню не захочешь. А тут не собираюсь, собираюсь на бот бегать и убивать со всех. Ну-ну. Ну посмотрим. Хотя димит, короче, иди. Да. Я поздно, на билду сходить. Давай. Мапсы ищи, пошли. Ты башню чего не захватил? Сейчас башню захватят. И все. Само старт очки теряешь. Много я очков потерял. Очень. Ой, слушайте, они рыбку с самого старта убили. Офигеть. Про команды. Вы там прям давите на боте. Да, да. Зато нас давят. Да тебя всегда давят. Не всегда. Сейчас будет ауру станчить. Ладно, это был неудачка. Ты хоть скажи. Да я об вышку умер. Об вышку умер. Да. Да все, урал от вышки, короче. Ну я остаюсь на миде пока. Да. А на кстати алтарь вообще не заходил, ты можешь пойти заходить в алтарь. Быть полезным. Все, заходи. Не говоришь? Не-не. А, не уходи. Алтарь. Они там что-то захватывают, они там что-то захватывают. Сейчас тебя рыбка за задницу захватывает. Блин, послушал Саша, взял скорость. На топ. Эш плохого не посоветую. Тихо, хранить алтары так как мы вообще без обид. Я их убиваю другим героем, другим саппортом соло. Не говорю, что соло. Пока раньше не совсем блесовая.
У нас боты, кстати, все ушли, никто не приходит. Чё там? Блин. Все плохо. Может, вы отойдете как-нибудь мид? Мы пушим с этим. Ну ладно. Чуваком. Вы-то сами по себе не сильно пушили. Не понимаю, как. Улетело? А что я сделала? Бэк набила. Нет, это был не бэк. Телепорт точно нажала. Короче, ей изменили как-то ульту. Раньше ее ульта давала урон твоему союзнику, а теперь она... Ну, это баш так легко стреляет на пол леса своего. Адекватно? Так. Идем или уходим? Давим. Слушаем химеру или нет? На титанов можно щиты кидать. Да. Классно. Ну ладно. Да. Отходим. Упс. Это было очень больно. Фидер. Который раньше всех умер, говорит Фидер. В смысле, я не умер? Ты не умер? А, ты вышел. Его там просто не было, наверное, да? Конечно. Угу, помощничек, полезный. Я монетку нацелил, я убил мовца, забрал полезный, монетку. Полезный, да, полезный. Да. Я что-то сделал. Мы тоже что-то сделали. Вы понимаете, на последнем месте с 8 очками. Тем не менее, а где твои киллы, скажи, пожалуйста? Ноль. Там же, где твои. А я саппорт. Ты 5-й уровень. И чё? А я 7-8. Я саппорт. Оправдание. Я должна отставать по уровню. Всё нормально. Я тебе сказал. Уйди. На топе помощь нужна. Сейчас бэкну с шордом. Ух, как же больно вышечки бьют. Угу. У них дальность неадекватная. Угу. Вроде ты от них отошел, а все равно получаешь урон. Через экран. Иду на топ. И что? Я вышечку снес, я полезу. Видишь, как говорил, надо помощь, сам все сделал. Тут еще целая минута, я пойду вышечку захвачу. Внизу алтари появились. Давай на низ. Хим, я захвачу, ты иди на низ сразу. На центр надо. Этот центр не так важен. Ну конечно, не так важен. Так а чем он важен? Они оттуда сейчас уйдут все равно на вот. Слышите, у них тут вард, прикиньте, я захватил его. Да, я знаю, я сломал.
Говорил же на бот быстрее, ну ё-моё. Они не захотели его еще. Я тут убил чувака. На боте. О, ко мне еще. Помогите, от меня тут идет один. Заходи. Это же саппорт. Ну ладно. Башню надо захватить. Ой, я так люблю овечек. Так, наверху алтарь. Это странное заявление. Я имел в виду скилл. Скилл. Ребят, нарежьте, пожалуйста, на этот момент меча. Я это хочу сохранить, использовать в химеры во время важных переговоров. Да, мало химеры тоже. Про овечек, да? Да. Так, кто-то пишет, что через 15 минут... Тут ганкер, тут ганкер. Слышь, химер? Да. Так, кто-то пишет, что у него через 15 минут стрим. Кто-то. Кто? Налет, наверное. Ну вот, а мы... Ну, наверное. Бежу от него. Ух ты. Это было не очень необходимо. Черт. А вот это плохо. Кензи никак не зарегаться. Кино я водил тебя с твоими танцами. Это вторые танцы были не мои. Ну... Я не виновата. Кстати, Химера у нас лидер пати. По убийствам. Ну да. 57 очков. Нет, уже кто месяц он лидер? Ну, 57 очков, у меня 61. Киллов-то 5. Киллов, да, 5. 52. В процентном соотношении что-то у тебя... 20%? Я ушел. Я снизу вышел. 18, простите, не 20. Я сплю ушел. Ну, это показывает твою полезность, Тимми. Нет. Твою полезность показывает мой счет. И он топовый на уровне. Нет, ты на стиле. И мой уровень. Ты на стиле. Ну, правильно я стоял, короче, ничего не делал. На стиле. Даже на очки говорят, что я что-то делал. О. Я ничего не говорила. Очки говорят. Там монетка валяется на виду. Очки, а ты их протёр? А Глина стоит на варду, короче, фигач нос. Меня бьют мобы, я хочу его захватить. Вард. А он не убивается? Ну, баска, надо платье F нажать. Сложно. Так, сам с ними там разбирайся. Ну сейчас не время, если что. Да? Или берите, если хочешь. Все плохо. Я хотела тебя похилить, но ему не надо было. Радуюсь. А Химера все фидит и фидит. А он из-за меня нафидил, так что все нормально. То есть ему можно было? Угу. Просто godless. Или как godlike. Настилил. Нет, когда настилил, впереди всех шел, просто убивал. Что делать тогда? Не знаю, обращаться вот в институт. Вот это был скилл.
Чтобы они дали возможность играть. А так тебе и надо. Это карма называется. За стил получать. Я предлагаю его оставить, пойти босса забрать. Сможем? Кахума это сделал, да? Подождите. Попроверь. Я зайду спину. Алтарь внизу. Плохо зашел. Словил. А дамажить некому. Я овечка. Да, фраза про овечек, короче, ушла в историю. Мы ее сохранили. Отлично. Я развиваю канал, понимаешь? Да теперь так назову. Ну, вообще, можно было бы сейчас взять. Никто не хочет стану взять. Да, бери, если хочешь. Вы жать будете? И нажимайте, yes. Я остановился, серьезно, второй раз я уже. Кто и зачем нажал? Мы же договорились дать. Не нажали. Ну, не подтвердили. Все стоял под ними, рядом с ними, и просто получал урон. Дайте мне. А это мог бы быть я. Тред клик это ускорение, что? Блин. Вверху алтарь. 10 киллов. Вот это да. Что скажешь, Эш, на это? Это мог быть я. Ты хоть где-то ты полезным стал. Хочу заметить, что, короче, Глена на всех наезжает потихоньку. Нет! Что, давайте объединим наши усилия. Нет, не надо. Девочки милые, они никого не обижают. Ребята, посмотрите на очки. Вроде PvP выигрываем. А в целом они выравниваются. Надо вверху забирать алтарь. Да, надо, только где? Эш, поди, помоги. Или... Идите все сюда, все сюда. И чё там? А мне сегодня килл дадут хотя бы один. Ну... Не нафармила. Что за дело? В эту группу играть нельзя, если у тебя нет аккаунта. Босик или чё? Кидаю. Ну, дать босс. Я сейчас на босика, он больно кусается. Дать босс. Только все. Да, все, давайте, нажмите. Может, по миду продавим, не? Всё, поздно. Поздно. Кстати, босика изменили, да? Уй! Чуть не попался. Это мне Раша настоящего пинать. Угу. А что происходит? Почему? Что происходит? Ты к нам не подходил. И в красные шары тоже входить не надо. Их написано бомба. Да? Если можно, меня немножко подхилять. Ой, нет. Ой. Ой. Не зря ты вов не смогла играть. Я за то время хорошо играла.
Ну как тебе сказать? Так, нормально, я в Реву играл, давайте не будем. Отхилимся. Если кто может, заберите товар. В эту игру можно поиграть, если у вас не российский IP, либо если у вас есть аккаунт NCSoft, европейский. Если у вас нет аккаунта NCSoft, и вы с России, то, к сожалению, IP будет. Ну, убегаем от него, просто убегаем от него, забейте на посылку. Разбегитесь. Бэкнусь. А чё там, сколько времени сейчас? Ещё 3 минуты. Ну, в принципе, Эл, не сильно страшно, если мы это играем? Или там очень важно стрим? Гара у него. А, да, да. Ну, нам, по сути, 2 минутки до конца карты. Но я думаю, что мы раньше закончим. Я схожу тогда на бот сейчас. Выдавить. Ой, вот. А почему так больно? Вообще, надо, чтобы ко мне кто-то пришел. О, хилка. Заберешь? Я не успела улететь, да. К вам. И нафидела. Еще одна монетка снапается. Блин, там вдвое были. Оставалось там буквально чуть-чуть. Они заберут у нас? Да. Блин. А чё ты так долго кастовал? Ну вот так вот кастовался долго. Ну офигеть, теперь придётся бот защищать. Is this game good? Yes. But NCSoft is not good. Да, хида. Хейтер. Ну да, как бы. Нифиг было блок ставить. Ну вообще да, вот странно, мы сейчас игру показываем для людей, сами играем, они не могут поиграть. Самое странное, что они сами давали нам ключи, чтобы раньше раздавали, а потом после этого блок ставить на Россию. Чё смысл? Ну. Видимо, все-таки локализатор у нас появится, мне кажется. Ну, локализатор игр от NCSoft у нас в России известен. Хотите взять? Никто не хочет взять сейчас? Я мертв, я бы взял. А я овечка. Тебе хидео любят. Вы в курсе, что нам тут все пушит? Да, да, да. Я сбоку защищаю. Румару, yes, of course. А, не так ответил, что-то. Надо подавить где-то. It's like home. It's... Ой, кот. It's... Thing is, the controlling method is just different. It's closer to twin stick shooters than to MOBAs, like Dota or League of Legends. And it's closer to сзади. Battle Royale. Okay,
Жмите, жмите. Даю. Танцуем. Зачем? Это не я. Это Помкино. Бей его. Башню забираем. База. Я наверх пойду заберу. Башню. База. Ребят, на базу сносит. Ага. Бэкайтесь. Там Гара просит уже выключать. Ну чё? Гар, значит, одна минута осталась. Одна минута осталась. Думаю. Ничего страшного, думаю. Да-да-да. Поставили вард прям на базе. Там. Ну, типа его не видно. Ни разу. Тридцать секунд. Давайте только не нафидим сейчас. Молодцы, до конца сражаются. Это не сильно поможет. От Глена горишек. Глена я говорит, хоть кого-то успела убить. Говорит про стилы, но вот этот стил был вообще четкий. Это первый килл за всю игру. Стил, точнее, извините. Ну, я думаю, это не последний стрим по OMXM. Надеемся. Ведь, конечно, мы там в время был. Хотели турнир сделать вместе с группой по OMXM. Надеюсь, что получится у нас. Ну все, на этом все. Снова его выиграть. MVP.